Добрый день. Всех рад приветствовать. Слышно меня? Слышно, хорошо. Сегодня у нас непростой день. Кто не знает еще, но я все-таки надеюсь, что у нас аудитория, да, уже такая продвинутая в большинстве своем. Сегодня день непростой, сегодня оглашение учетной ставки. Не забываем, да, есть такой файл 3W, есть такой сайт, да, 3W.federal.gov, где есть все даты. Для нас самая главная дата — это вторая дата. Сегодня в 2 часа дня, то есть за 2 часа до закрытия, 2 часа имею в виду восточно-американское время, 2 часа PM, то есть по Киеву это у нас будет 21.00, Москва 22, уже в зависимости от того, где вы находите, посчитайтесь. Будет у нас очень волатильно по данному эмитенту, да, по SPY. То есть хаотичные движения, могут они долго очень длиться, ну, до конца, да, до конца, до закрытия, можно сказать, 2 часа, но, как правило, там первые 15-30 минут. То есть там что-то угадывать, бросать кости, довольно-таки неблагодарное дело. То есть очень часто исторически золотые стаки двигаются в этот день, но, опять же, как они будут себя сегодня вести, совершенно не ясно. Могу сказать следующее. Были очень интересные такие моменты. Вот вчера, если мы посмотрим сегодня на Азию, то, насколько я знаю, да, тут нулевые значения, даже чуть отыграли. Вчера Китай, Гонконг, там минус 6, практически минус 7% был. Американский был рынок вчера на это отреагировал по-своему. То есть довольно-таки сильно. Вот видим SPY. Единственное, с чем я могу это все связать, это с тем, что вот вчера заседание поставки началось, сегодня будут уже какие-то результаты. Я лишь могу планировать, там, какой-то прогноз дать, но могу сказать, что если действительно негативно у нас инвестора, то, что к сегодня будет говорить госпожа Йеллен, это у нас глава Федрезерва, воспримут, то может быть неплохой шорт, то есть не выдержат этих моментов. А если уж будет все более-менее нейтрально, то я не думаю, что у нас все повалится вниз. Будем, наверное, возвращаться туда к 200. Но опять же, это такой прогноз. Я не аналитик, могу только лишь угадать, не угадать. У нас другие задачи, да, у трейдеров. Действовать уже исходя из того, что мы имеем, и при этом первое — деньги не потерять, второе — уже заработать. Итак, что мы имеем на сегодняшний день, помимо того, что мы знаем, что в 2 часа у нас будут резкие волатильные движения. Сразу хочу сказать, если у кого-то будет позиция к 2 часам, и там буквально цена не уйдет, ну, довольно-таки далеко от вашей точки входа, велика вероятность, даже если у вас супер-мега правильная идея, самая шикарная на свете, каким-нибудь сквизом вас может зацепить. Поэтому трижды подумайте, либо из сделки выходите, либо вы, если вы уже широко очень сидите, я не знаю, может, с утра у вас будет какая-то сегодня идея до самого закрытия, то наберитесь терпения. В противном случае, если там очень рядом находится от стоп-ордера, да, ваша цена, велика вероятность, что вас просто собьют. Может, повезет, может, не повезет, но опять же, когда вот этот момент насчет повезет, не повезет, это для трейдинга не очень хорошо. То есть, когда мы не в ситуации, да, ситуация уже нами крутит. Поэтому трижды подумайте, я бы не рекомендовал. Далее, что хочется отметить. Помимо того, что ставка, все-таки отчетный период, и компания отчитывается. Что хочу отметить, какие компании после вчерашних отчетов, да, это у нас будет дневной график, это 5-минутный. Вчера PII очень интересно сходил, но бумага довольно-таки волатильная, то есть если тут посмотреть на 2-минутном чарте, бумага тяжело туда что-то интересное для себя найти было именно в первый день. Очень часто во второй день мы более такие сбалансированные в плане цены, да, и возможно сегодня будут какие-то интересные моменты. То есть, несмотря на положительный отчет, вчера мы падали, то есть очень интересная тенденция этого отчетного периода — положительный отчет, отрицательный гайденс. Но, как я уже говорил не раз, гайденс, то есть прогноз на
какой-то более длительный период, намного более важный момент для инвесторов, потому что текущий отчет, это, можно сказать, цифры за прошлое, а гайденс – это уже какой-то прогноз будущего. То есть PII, а пока нету никаких точек соприкосновения, есть единственное, что объем, если где-то какой-то момент, который будет касаться, да, какой-то проторговки интересной, ниже, выше цифры, скорее все-таки в шорт будем смотреть, да, после вчерашнего дня, хотя может быть все что угодно после дня отчета. Но вот PII как один из кандидатов. Но только если мы более-менее успокоимся. Если будут опять же такие вот хаотичные свечи по 30-50 центов, думаю, будет здесь очень опасно находиться. Дальше, COH. Не балуют красотой отчетов, но вот COH, да, по дневному графику очень интересные цифры пришел, то есть подошли мы 34, и иногда бывает так, что в день отчета мага не очень все корректно ведет, да, для нас нет там никаких таких мега-супер точек входа, а уже вот на второй день могут быть интересные ситуации. Прорисовывается тут цифра 34, и весьма вероятно, если у нас сегодня будет сила, какая-то, да, в первый час-два COH может дать хорошую точку входа. То есть это мы обсуждаем вчерашние моменты. Дальше, из отчетов, ну вот так вот, чтобы вспомнить, особо ничего нет, были интересные моменты, мы с ними ознакомимся. Харли Дэвидсон. Отчет завтра, но уже вот такой вот интересный момент произошел вчера. То есть есть вероятность того, что объем был, да, у нас вчера превышен более чем в два раза. Такой вот интересный момент. Может, как-то информация какая-то просачивается, да, вот уже инвесторы перед отчетом вот так вот начинают действовать. Тоже интересная ситуация, потому что PKG, который отчитывался вчера, накануне тоже вот такое более даже интересное движение сделал. То есть Харли Дэвидсон чем интересен? Пробили мы на дневном графике, на объеме, да, вот эти вот 40, и, возможно, опять же, сегодня будет более интересный момент. Может, не сегодня, за счет того, что сегодня все-таки у нас FOMC. Ну, как минимум до конца недели Харли Дэвидсон, я думаю, поддержать стоит. Далее, более к таким новостным моментам, да, придем. Компания TEX. Вчера у нас вот посреди, редко такое бывает, но бывает, посреди торговой сессии образовался вот такой вот у нас разрыв. Hold бумага, да, имела, то есть нельзя было торговать. В период, получается, у нас 50 минут. Виной всему у нас новость. Вот, на Wall Street Journal, даже мне заголовок охватило. То есть некая китайская компания Zoomlion предлагает $30, да, за вот это вот, за TEX. Это не значит, что сразу же пойдет искрометный лонг до $30 сейчас со старта, но нужно смотреть. Я так понял, что TEX еще как руководство компании не подтвердило, то есть подтвердили, да, что есть заинтересованность, но не подтвердило то, что они действительно будут эту сделку делать. Поэтому очень осторожно тут, в принципе, даже после вот этого момента были интересные проторговки. На шорт довольно-таки опасно такие новости брать, сразу скажу, потому что вот такие вот моменты могут проскочить. Причем очень часто бывает, из опыта помню, вот, когда подобные новости есть, бумага даже может там идти в шорт в течение дня, причем очень хорошая, потом где-то посреди дня, в обед, когда никто ничего не ожидает, идет свеча вверх там на несколько долларов. И стоп там очень плохо может исполниться. Поэтому, ну смотрите, на свой страх и риск. TEX я бы смотрел бы, если только в лонг, да. Но опять же, бумага новостная, может какие-то новости выйти и находиться в халте, да, какое-то там время будет очень, очень некомфортно. Но на шорт я бы ее не смотрел. Опровержение новости выйдет, будем смотреть, если китайцы откажутся. Причем в такой резкой форме, чтобы это все сразу на всех источниках вышло, будет интересно. Тогда да, тогда может быть интересный шорт, пока есть новость по этому поводу. На этом фоне вся, в принципе, индустрия. Вот MTW тоже. MTW намного корректнее, да, без hold. Вот такой момент сделал. Поэтому, может, есть смысл вот эмитенты, которые у нас входят в Farm and Construction Machinery, да, вот эта вот индустрия. MTW.
смотреть другие. То есть текст у нас, безусловно, будет тут таким направляющим, да, объем во много раз превышает. А те бумаги, которые сюда входят, практически все вчера на этом фоне, американцы, да, у нас росли. Но вот MTW, то, что я посмотрел, лучше всего отреагировал. Поэтому, может, есть и смысл в связке смотреть MTW, который, так понимаю, очень реагирует на движение в текст. Вот есть такая идея. Дальше. Из технического, что можно сказать, MDVN. С одной стороны, вроде мы видим такая страшная бумага, которая ходит довольно-таки некрасиво. Это биотехнолог. Но что интересно, момент номер один. Закрылись лоу 35, то есть ниже 35. Премаркет пока не активный. Объем превышен. Превышен более чем в два раза. Сразу могу сказать, не нужно пугаться, что вот когда в MDVN, скажем так, в состоянии среднего объема, он довольно-таки колючий. Как только в бумагу биотехнолог, который довольно-таки себя ведет, вроде как не очень ликвидно, приходит объем, бывают чудеса, поверьте. Вот эмитент RDUS тоже, ну, страшный, да? Посмотрите, какой был интересный момент в пятницу. То есть даже в такие эмитенты, когда приходит сюда объем, вот что имеется в виду, приходит объем, да? Как они могут чисто, и фигуры держатся, да, то есть приходит объем, то есть технически классные моменты, могут очень и очень неплохо ходить. Проблема в том, что многие даже не будут сюда смотреть, потому что вроде как очень страшно. Когда приходит объем даже в такие, можно сказать, дырявые эмитенты, и есть ситуация, там действительно могут быть чудеса в хорошем смысле этого слова. То есть Medivation называется компания, биотехнолог, MDVN. Вот у меня он на листе будет. Так точно. Далее, очень интересная новость. Новость уже, можно сказать, не свежая, но вчера подлили в нее чуть-чуть масла. Причем подлила одна известная телеведущая, Опра Уинфри. Где это новость? Да, кто не знает, как, или не помню, как она выглядит, напомню. Значит, компания Weight Watchers, да, WTW. Вот ее дневной график. Вот вчерашний день. Что интересного вообще здесь происходит? Значит, компания занимается тем, что по всему миру людям помогает как-то похудеть. Я не вчитывался полностью, там какие-то программы, то есть там чуть ли не ежедневные. Брошюру я нашел одну определенную. Очень-очень долго можно этому посвятить времени и почитать, чем компания занимается. Это все, в принципе, в ваших силах. Можете эту информацию найти. Значит, какой интересный был момент еще в октябре. Опра Уинфри у нас стала одним из совладельцев компании. Я так понимаю, там серьезный пакет акций. Мне неизвестна цифра, но вот прошла такая новость. На этом фоне, вот с $7 компания у нас за 3 дня вырастала на 20. Разные потом были моменты, то есть очень довольно-таки волатильные. Вчера Опра подливает масло в огонь, говорит, что она, я не помню за какой период, довольно-таки короткий, можно тут, опять же, в новости посмотреть, да, потеряла 26 паунс, это у нас порядка 12 килограмм. Ну, может, кому-то кажется эта новость комичной, но самое интересное, что на акцию это повлияло. То есть в Твиттере она такую информацию опубликовала в обеденное время какое-то. И вот на этом фоне вот такая вот интересная ситуация произошла. То есть я не помню, какой процент домохозяйств вкладывает свои сбережения в фондовый рынок. Довольно-таки серьезная информация, серьезная цифра для США. Но я могу представить, кто вчера звонил брокеру и просил купить данную бумагу. Но суть не в этом. Что для нас интересно? Не исключая, что не все желающие вчера решили приобрести данный эмитент, и будут опять какие-то интересные моменты. Я не могу сказать, что опять мы будем там взлетать до $20, но однозначно в этом бумаге может быть объем, и однозначно могут какие-то интересные моменты. Вплоть для, до моментов каких-то из шортовых. То есть, если мы посмотрим, как у нас последние два месяца бумага ходит, то я могу сказать, когда, опять же, в эмитенте есть объем, и цифры прекрасно держатся, причем и в шорт, да, у нас в
шорт у нас бумага очень классно может пройти. И в лонг на импульсе, то есть все бумага умеет, WTW довольно-таки иногда даже плавно может идти при своей цене. То есть очень интересный эмитент. Поэтому WTW до конца недели однозначно я бы себе на лист бы выписал. Далее переходим к тем бумагам. Ну, еще одну бумагу покажу. Вчера был трейд там. LDOS. Получилось от 50 взять первую часть, потом добавиться. Но что интересно на сегодня? Мне кажется, что сегодня можно смотреть на продолжение. Все-таки закрылись мы ниже 48. Бумага со спредом, но, опять же, я думаю, после 10 утра, после 10.30, когда там ситуация успокоится, если там вообще будет ситуация, да, то можно смотреть какие-то проторговки. То есть, несмотря на то, что да, в бумаге спред, есть четкие уровни, четкие базы, которые она держит. То есть, $50, лимитные ордера еще никто не отменял на рынке. Сюда можно подстроиться под ситуацию, даже широким спредом бумагу зайти. То есть, LDOS. Еще вот с вчерашних, кто мне хорошо запомнился. По сегодня Apple положительный отчет, отрицательный гайданс. То есть по цифрам можем посмотреть. А если больше, наверное, любителям статистики. То есть 3 с чем-то доллара, если не ошибаюсь, да, был консенсус. 3.23 на 5 центов стало лучше. Но гайданс вот такой вот. Отрицательный. Apple, когда в нем есть новость, да, ходит больше обычного, но вот характер хода, какой у него вот есть, он никуда не уйдет, поверьте мне. Далеко не на первом листе мне эта бумага, сегодня там будет очень много интереса. Можно там будет раз в час посмотреть, но я не думаю. Больше мне интересен сегодня эмитент VMW, у которого тоже положительный отчет, но отрицательный гайденс. Вот такая у нас нисходящая, можно сказать, дневка. И вот на отрицательном гайденсе вот такая вот у нас история. Начинаем отрастать, но на открытии можем сразу падать вниз. Дальше эмитент, который исторически ходит на отчетах, но я не видел у него, честно, премаркета еще никакого. STJ тоже положительный отчет, отрицательный гайденс. Будет ли здесь что-то интересное, пока вообще непонятно. Но вот есть такая информация. Бумага может ходить, поверьте. Не может тоже держать базу. Но меня очень смущает какая-то тенденция этого отчетного периода. Не очень активный премаркет даже у тех бумаг, которые, может, читали вчера. Это мне не очень нравится. И на что хочу внимание еще обратить ваше. UHS. UHS. Кто-то скажет, что тут интересного, но могу сказать следующее. UHS, по-моему, она не Universal все-таки сегодня. Странно. Не вижу я цифр, вроде как. Получается, врет нам. Да? Хорошо, UHS пока оставим. Что хотел сказать, UHS, когда отчитывается, очень сильно реагирует CYH, THC и другие эмитенты hospitals. Но какая-то противоречивая информация, то есть на одном ресурсе нет, на другом нет. Поэтому, если кто-то акции выписывает, пока его вычеркните. Вот, в принципе, из того, что я сегодня вижу, сразу хочу сказать, не нужно сильно усердствовать. Я думаю, после 2 часов, после открытия, имею в виду, рынок у нас может серьезно потерять ликвидности, и все у нас будут ожидать непосредственно 2 часов дня. Поэтому к тому времени про позиции я уже сказал, да, будьте очень внимательны, потому что действительно будет весело и интересно. Но, может быть, не очень хорошем смысле этого слова. Ну и Boeing. Насколько я понял, тоже у нас отчет положительный. Да. А гайденс отрицательный. Правильно? Правильно.
всегда будет guidance в большинстве случаев. Не всегда, в большинстве случаев преобладать над вот этой ценой. То есть, если вы видите здесь такую красную буквочку G, то, скорее всего, у нас либо премаркет, либо постмаркет отрицательный. То есть, вот так вот я вижу день FOMS, поэтому будьте очень осторожны и не орудуйте, особенно в обед и перед 2 часа дня по Нью-Йорку. Так вот я вижу 27 января. Всем удачи, всем успешных сделок.